Зомби на мопеде! Оу, падает на собственное колесо, бьется головой, летит дальше. Мозг у зомби уже покраснел. Прячься за руль, скорее, 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 гони, гони! Оу! Четко прямо падает на нас метеорит. Все. И тайм здесь, конечно, лютейшее падение. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители. Я рад вас приветствовать. С вами Родригес. Мы продолжаем играть в Стикмана. Ломай меня полностью. И у нас сегодня будет невероятные каточки. Ребята, если вам нравится данная игрушка, то прямо сейчас нажимайте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну что ж, давайте будем начинать. Я подкопил 135 тысяч золотых монет, и мы сегодня откроем несколько, может быть, даже две, я так думаю, две карты. Ну, наверное, три, наверное, будет много. Но обратите внимание, а может даже и три. Кто его знает, ребят, что мы будем сегодня делать? И, в общем-то, надеюсь, мы откроем сегодня несколько карт. А также откроем, возможно, нового персонажа. А многие просили, чтобы я открыл зомби. А писали в комментариях под прошлым видео. Ну, а также, я думаю, новый какой-то транспорт. Ну что ж, давайте будем начинать. Пинбол. Наша следующая карта называется пинбол. Мы тратим 40 тысяч золотых монеток, и у нас остается 95. Посмотрим, что здесь нам представят. Так, давайте мы проверим по старой доброй традиции. Вот таким вот образом. Так, давай, бро. Давай, бро, покажи. Оу, здесь... Ух ты, здесь очень много различных мячиков, от которых можно отлетать. Посмотрите, как здесь можно набивать очки, вообще прям прекрасненько. Так, наш Стикман, ой-ой-ой, сальтуха, ой. Так, ладно. Это, кстати, очень интересная карта. Здесь можно набить очень много очков и сломать очень много костей. 120 нужно раз сломать кости, и мы получим 1120 золотых монеток, друзья. Это прекрасный момент, так что я внизу поставлю, пожалуй, вот динамиты. Динамиты мы поставим вот так вот. Вот таким вот образом возьмем сейчас, ну, давайте потестируем, так скажем, разные транспорты и посмотрим, что здесь вообще происходит. Если мы возьмем тележку, начнем мы, наверное, с тележечки. Воу, тележка улетает куда-то в небо, мы стремительно падаем вниз, бьемся об зеленые вот эти вот шары, сальтуха, и падаем прямо на динамитище, и еще у нас есть шанс. Толкнули второй динамит, и, слава богу, колесо прям падает рядом с динамитом. Тележка все-таки находит нас, и в конце концов взрывается динамит. Вот это да, вот это поворотище. Так, хорошо, мы сломали, в принципе, нам остается лишь 5 костей сломать. Всего ничего, всего ничего. Давайте мы изменим позу вот таким вот образом и отправимся дальше в путь исследовать эту новую интересную карту. Теперь на кресле босса. Воу, воу, и собственными ногами бьем по себе по спине и головой прямо падаем на динамит. Ну надо же, вот это да, вот это не повезло немножечко нашему Стикману. А кто его знает, наша задача там, в принципе, выполнить ачивочку. И мы это делаем, зарабатываем 1100, сломайте спину 80 раз. Какие жесточайшие у нас ачивки здесь у нас творятся. Так, мы возьмем тогда самокат. Ребята, возьмем самокатик, и я предлагаю на нем сейчас прокатиться. Давайте на самокате прокатимся. Раз, оу, сразу же разлам его в щепки, в дребезги. Абсолютненько. Почему-то нас все время несет в левую сторону. И здесь... Ой-ой-ой-ой-ой! Руль самоката попадает. Надо же, вот это было двойное сейчас повреждение. Два динамита были взорваны, но каким это было способом сделано, это да. Это, ребята, специально такого не повторить. Это абсолютно уникальные взрывы. Естественно, возьмем нашу кроватку. Кроваточка, давай, давай, родимая, давай посмотрим. Так, кровать. Падаем вниз, пока все хорошо, но... Кровать разлетается, врезаемся в матрас. Раз, динамитище, и... Оу, второй динамитик мы спокойненько откатываем, и кровать, надо же, матрас нам падает прямо на спину. Ребята, мы ломаем уже 9 раз спину. За это вот дело 9 раз мы спину ломаем. Это, кстати, интересно довольно, потому что можно на этой карте прямо замечательно отрываться. Но на скейте, я думаю, можно еще оторваться еще хлеще. Скейт, скейт догоняет нас и бьет нас же еще разочек, даже дважды бьет. Нас больше бьет, наверное, скейт, чем эти шары. Колесом попало по мне. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Так, пока все хорошо. Динамиты ни один не взорвался, я смотрю. Ни один не взорвался. Вот это нам повезло. Вот это нам, ребята, дико повезло. Надо же. Здесь еще задача, наверное, такая. О, у нас еще есть, соответственно, новый
Фитбол на карте фитбола. Так, чем это все дело закончится, если мы возьмем свой собственный маленький фитбольчик и запрыгнем сюда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, отлетаем. Здесь, конечно, лютейшее падение. Динамит прямо спиной сломали. А где наш мячик, а? Он куда-то улетел. Я даже не знаю, где он вообще. Где он находится, непонятно. Мне очень, кстати, интересно было. Давайте попробуем, если мы возьмем сейчас вот таким вот образом. Вот просто вот как-то так разлетимся. Кстати, карта у нас зеленая, и мне напоминает это, знаете что? Что нам нужно сегодня открыть нового персонажа. Многие просили. Так, я слышу, внизу у нас динамит один взорвался, и мы падаем на второй динамит. Надо же, я думал, как раз-то этот же взорвался, но нет. Мы нашли тот, который не взорван. И я, ребята, предлагаю сейчас... прямо сейчас открыть нового персонажа. Он стоит 25 тысяч золотых монет. И его зовут просто зомби. Это будет у нас зомби. Зомбарь. Ох, да у него даже есть мозг. Посмотрите, брови, мозг и штанишки. Вот это да. По цвету, кстати, подходит под шарик. Я думаю, нормально. Он занимается, видимо, фитнесом. Он еще это... Посмотрите, как он... Голова отлетела, да ладно. У зомби отлетает голова. Я-то этого не знал, кстати. Я думал... Его нельзя было разбить и уничтожить. Видимо, у него голова-то сразу, посмотрите, оторвалась. Обалдеть. Что происходит вообще? Слушайте, у зомби отрывается голова, ребята, кто это видел? Это, конечно, очень интересно. Возьмем большой скейт. А что зомби сделает, если мы посадим на скейт? Как он у нас прокатится, я не знаю. Рука отлетает, да ладно. Ой-ой-ой, он падает опять вниз, голова улетает от него. Слушайте, конечности. Посмотрите, она у нас голова набивает очки, наверное. Что у нас там произошло? Внизу уже что-то упало и прямо на динамит еще, прямо на динамит. Где наша голова, черт возьми? Нужно выполнить ачивку, чтобы упасть так, чтобы наша голова осталась целой. Я не знаю, ребята, это очень-очень сложная задача. Мы возьмем новый транспорт, мы возьмем сейчас мопед. И, соответственно, мы сейчас откроем еще новый транспорт, это будет вообще интересно. Зомби на мопеде! Падает на собственное колесо, бьется головой, летит дальше. Мозг у зомби уже покраснел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бьется. И туда, и сюда нога отлетает у зомби. Слушайте, у нас то у него нога отлетает, иногда... иногда у него руки отлетают, то есть... Ой-ой-ой, еще одно жесточайшее падение, и зомби у нас теряет, к сожалению, ноги. Но голова у нас остается на месте, и наша такая условная ачивочка будет выполнена. Сломай спину 80 раз, это довольно сложное задание. Довольно сложное задание, которое мы сейчас попробуем выполнить. Я думаю, пока будем тестировать, мы с этим справимся. Ну что ж, зомби, ты сейчас едешь на мотоцикле! Красавчик, отрывается руль, отлетает колеса. Мы теряем одну руку, кстати. Зомбарь у нас двигается дальше. Подпрыгивает, делает невероятные пируэты. Он как будто бывший гимнаст, скорее всего. Падает вниз и ему везет. Он падает не на динамит. И, в принципе, он сохраняет свое тело более-менее. Хотя бы у него есть руки и две ноги. Одна рука, кстати, у него была, и две ноги были целы. Ну что ж, сейчас мы его прокатим на джипе. Давай, дружище, покажи нам класс. Зомби на джипе. Вау. О, голова отлетела. Еще взрывище. Голова, по-моему, отдельно у нас взорвалась от нашего тела. Это, конечно, было неповторимо, ребята. Это было неповторимо. Ну что ж, вот мы и добрались до нового транспорта. Называется у нас спортбайк. Давайте попробуем его открыть и посмотрим, на что он способен. Видимо, он очень скоростной, я так предполагаю, да? Наш спортбайк очень-очень скоростной. Давай, друг, зажги! Воу! Слушайте. Так, ну это, наверное, не та карта, на которой мы должны тестировать наш спортбайк. Так, тут мы аккуратненько приземлились. Смотрите, колесо нас подталкивает динамита, но мы держимся, мы не взорвались. Так, шикарненько. Спортбайк. Какие здесь у нас есть позы? В принципе, такие же, как на мотоцикле. Очень, кстати, похож. Но, не, вот такой позы я не помню. Такой позы, по-моему, не было. Оу! Бам! Сразу же, конечно, не особо удачно, но мотоцикл я вижу, что очень-очень быстрый. Очень быстрый. Колеса, конечно же, в расцепную. Голова отдельно смотрит на наше тело, смотрит на динамит. И даже немножко улыбается как-то коварно. Так, давайте возьмем тогда... У нас еще есть реквизиты, ребята. Таким мы еще не открывали реквизиты. Реквизиты у нас есть ускорение. Стоит 10 тысяч. Давайте попробуем, открываем. Реквизит у нас ускорение. Ускорение, я думаю, тогда мы... Ускорение и
может быть пар. Что означает это пар? Подождите, давайте мы поставим пар. Ускорение, я так понимаю, это у нас идет на какой-нибудь карте, где мы будем по прямой гонять, да? А вот что такое пар, мы сейчас, друзья, с вами вместе узнаем. Что это значит? Что это значит? Видимо, может быть, нас будет этим паром подталкивать вверх, если мы будем падать вниз. Стремительно летим вниз. И сейчас мы узнаем, что такое пар. Пар точно подкидывает все вверх. Друзья, все подбрасывает вверх. Если мы падаем на пар, то он нас должен подбросить. Это, кстати, очень угарно. Очень угарно. Так, давайте возьмем, например, вот этот вот мячик. Зомби на нашем спортивном прекрасном мячике. Посмотрите, какой он спортивный, какой он в прекрасной форме находится. Красава вообще, зомбарь. Опа, отталкивается. Молодца вообще, молодца. Так, толкайся здесь, бро. Ой-ой-ой, разлетается все. Слушайте, пар нас еще подбрасывает дальше. Почему-то камера продолжает следить за ногой, а не за головой и не за телом. Это странно, почему у нас нога продолжает набиваться. Она вообще взлетает вверх. Обратите внимание, что происходит. Что творит зомби-нога? Зомби-нога прямо стала самостоятельной. Друзья, прямо стала самостоятельной и отделилась от тела. Пар — шикарная штука. Ну что ж, а тем временем я попытаюсь сейчас посмотреть, а что из себя представляет ускорение, которое мы только что сейчас открыли. У нас есть прямая. Давайте возьмем сейчас прямую, поставим здесь реквизитики. Это у нас ускоряшечка, ускоряшечка и ускоряшечка. И возьмем какой-нибудь транспорт. К примеру, допустим, вот такой вот мопед. Поставим зомби вот таким вот образом. И как раз у нас по скорости максимальная. Сколько мы здесь... Как мы сможем здесь ускориться? О-о-о, разгоняемся! Вау, вот это мы разогнались! Жесть, я думаю, знаете что, в финише нужно поставить стенку, чтобы было эффектно. Я предлагаю поставить кирпичную стенку. Можно, кстати, у нас, я не знаю, по деньгам получится или нет, давайте мы поставим кирпичную стенку в конце и поглядим, что из этого произойдет. Давай-ка на мопеде, дружище, разгонись, покажи нам класс. Ты же можешь, зомби, посмотрите, он такой, что? Бам! Слушайте, вообще нормально, он выжил. Стена его, грубо говоря, спасла. Стена его даже спасла, вот это да. Я думал, сейчас будет просто хламина полнейшая, но тем не менее, стена его спасла. А мы должны же сломать спину несколько раз, так что, я не знаю. О, на дыбы поднялись. О, после первого ускорения нас поднимает на дыбы, и мы переворачиваемся, сбиваем стенку, и, в принципе... Вот такой вот интересный финиш. Вот такой вот интересный финиш. Я предлагаю сейчас взять джип, изменить позу, например, вот как-нибудь. А если мы вот так вот сделаем? Давайте попробуем. А если при ускорении он отцепится или нет? Ну-ка, давай посмотрим. Давай, дружище, держись как следует. Ускорение, ускорение еще. Ух ты, да, подтолкнул тут джипик. Нехило, конечно, нехило. Так, красавчик, красавчик, но я предлагаю тогда тебя поместить в сам джип. Я думаю, здесь вот будет вообще лютая тема. Давай, зомби, затащи каточку, покажи нам мастер-класс, так скажем. Вау! Вау! Да, красава, каскадер, ничего не скажешь, каскадер от бога. И последний наш новый транспорт, это у нас вот такой вот интереснейший получается мотоцикл. Он очень-очень быстро, он должен сейчас ускориться, но главное не переворачиваться. О-о-о, вот это да! Мотоцикл даже не задевает стенку. Мы собственным телом, зомби-телом пробиваем кирпичную стенку. Мотоцикл у нас куда-то... Смотрите, он даже не может остановиться. Он дико-дико ускоряется. Я предлагаю тогда, может быть, нам позу как-то изменить. Так сделать нужно, чтобы он, может быть, весь центр тяжести перевести ближе к рулю, чтобы он не переворачивался. Почему он переворачивается? Да что ж такое? Эй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бам! Все, у нас еще сейчас добьет мотоцикл. Нормально, практически выполнили ачивочку, друзья. Мы идем, в принципе, правильной дорогой. И у нас открывается новая карта. Давайте глянем на новую карту. Метеоритный дождь называется она. Что она из себя представляет? Кстати, мы пинбол довольно подробненько изучили. Давайте посмотрим, что из себя представляет метеоритный дождик. Видимо, нужно здесь какой-нибудь взять транспорт. Под старой доброй традицией мы садим в тележку нашего бойца. Оу, здесь падает, получается, метеориты прямо на карту. Вот это четко. Вот это четенько. Я даже такого не ожидал, серьезно. Так, нам нужно что-нибудь побыстрее. Мы сейчас попробуем
взять креслица, а? Сможет ли у нас кресло? Закрылся, посмотрите, зомби закрылся креслом. О нет, дождь из метеоритов. Даже страшно для самого зомби. Окей, ладно, давайте на самокате попробуем преодолеть его. Давай, дружище, прячься за руль. Скорее, гони, гони. Оу! Четко прямо падает на нас метеорит. Все. Наш товарищ уже улетает, я не знаю, в зомби-рае. Сломай спину 4 раза за бросок. Наша задача за бросочек. Следующая ачивочка. Мы, кстати, выполнили ачивку. Это прекрасно. Так, а если мы просто поедем на кровати? Допустим, зомби решил отдохнуть и прокатиться в замечательный денечек. И тут метеорит и дождь! О! Зомби реально не повезло. Нужно было брать метеоритный зонт от метеоритного дождя. Вот так вот. Так, окей, а если мы сейчас как-нибудь разгонимся, кстати, нам нужно бы вот таким вот образом проехать, может быть, получится. Ты смотри, как нам везет, ой-ой-ой, прямо в голову попадает. Да ладно, еще добивает, еще продолжается бомбежка, еще 4 раза сломали спину. Нормально, сделаем ачивочку, сделайте 2-4 кувырка. Самое интересное, друзья, будет впереди. Получается, мы сейчас еще не добрались до транспорта. Скейт. Скейт не дает нам возможности вообще даже стартануть. Сразу же нас пробивает жесточайшими метеоритами, страшнейшими, которые падают с невероятной скоростью у нас. Ну, а тут, конечно, без вариантов. Оу, прямо сразу же в мозг, красный мозг зомби попадает злостный. И коварный метеорит, который летит с невероятной скоростью. Так, ну, конечно, скейте, я думаю. Ребят, тут чисто на удачу, мне кажется. Чисто на удачу. Может быть, ох, тут посмотрите, как на этом скейте нам реально повезло. Мы практически добрались до финиша. Задача этой карты, видимо, доехать до финиша любым способом. Ой-ой-ой, разбивает. Оу, долетели, да ладно. Долетели все-таки, Трупецкий у нас добрался и коснулся финиша. На это мы сделали, друзья, на скейте, притом еще сделали 2 кувырка. Это шикарно. Кстати, я предлагаю здесь поставить реквизиты. Давайте поставим реквизитики на ускорение. На ускорение вот такие вот реквизиты. А мы в финише можем поставить, наверное, динамит. Вот так можно сделать, кстати, вообще хорошо. Возьмем сейчас тогда мопед. Возьмем мопед и попробуем стартануть. Главное доехать до... Ай-яй-яй, мы не успеваем просто добраться, друзья. Мы не успеваем добраться до ускорения. Это самое важное, добраться до ускорения. Давай, дружище, вот таким вот образом, чтобы ты мопед... Да ладно, да что ж такое, прям в самом же начале пробивает жестоко. Тут какой-то рандом, тут невероятная нужна прям удача, чтобы доехать. Может быть, нам нужно взять мотоцикл? Давайте попробуем, возьмем мотоцикл и постараемся добраться. На! Бам! Доехали до ускорения. Смотрите, мотоцикл ускоряется дальше, но, к сожалению, рука куда-то уезжает у нас обратно. Тело, короче, все разбивается. Конечно же, здесь полный хлам. Так, джип. Нам нужно бы с крыши бы джип. Неплохо бы здесь бы сделать джип с крыши. Красава! Давай жми! Нормально, еще ускоряшечка. Ну, доехали, пол джипа. Доезжаем до финиша. Прекрасно, мы выполняем еще разочек нашу ачивочку. И прячемся прямо за джип. Посмотрите, как это было удачно, да? С альтухой мы еще делаем 2 кувырочка. Это потрясающе. И у нас новый транспорт. Наша гордость, так скажем, новый, быстрый мотоцикл. Все, на финише нас валят. Здесь не повезло. Здесь немножечко не повезло, чуточек. Ну ладно, мы движемся дальше. Давайте попробуем вот так вот, наверное. Вот таким вот. Оу, все равно. Газуй, газуй, газуй. Не-не-не, все, нас подбили, колесо отлетело. И, к сожалению, мы не можем развивать скорость дальше. Давай, бро. Затащи. Ах ты. Не доехали зомби. Видели, да, как он закричал, да, жестоко. Ему это дело не особо-то нравится. Давай, дружище, может быть, вот так вот. Ты разгонишься. Ах ты! У нас ускорение произошло. Ускорение. Какая интересная поза. Даже в цирке такую не увидишь. Нет, в принципе, красавчик. Ребята, мы открыли сегодня все персонажи. У нас сегодня был зомби в гостях. И, соответственно, мы открыли сегодня 2 новые карты. Были сегодня дикие эксперименты. Пинбол и метеоритный дождь. Друзья, пишите в комментариях ваши интересные идеи. Какие вы хотели, чтобы я осуществил в следующей серии по стикманам. Самая интересная идея, я постараюсь как бы сделать в следующей серии. Ну а с вами был Родригес, желаю хорошего настроения, успехов вам, удачи
подписывайтесь на канал, если вы у нас впервые. Жмите на колокольчик, ставьте лайки. Ломай меня полностью, мы сегодня смотрели эту данную игрушку. Надеюсь, Стикман у нас заживет до следующей серии. Всем счастливо и пока-пока.